Всем привет! Как и обещал, выкладываю видео своего обновления с тех пор, как сделал обзор общей коллекции винила. С тех пор, конечно, пришло много новых вещей, и хочу показать, собственно, что появилось нового. Так, первое это Ravintel Memoirs, который сейчас играет. Это сборник, издан совместными усилиями лейблов Satanat Records и Darkest Productions. Очень красивая и профессиональная музыка, очень мне понравилась. Хотя, ну, до этого саму группу я знал, но не слушал их. Понял, что многие посылают. Вот на обзор альбом «Белый лабиринт», издан, как всегда, выйду «The Little Souls». Обзор на данный диск я делал, поэтому он есть в моих видео. Это сплит трех групп «Морг», «Астариум» и «Интенебрис», называется Mysterious Winds from Ancient Past. Очень хороший сплит, очень атмосферная музыка, посвященная природе, лесу. Мне понравилось. Это переиздание альбома Far From The Sun, Amorphis, так называемый Reloaded Edition, в таком супер живом кейсе. Frozen Ocean Nut Overmake. Это альбом сама группа посвятила группе Dark Throne. Флегетон Cry of Ice Wolves 2. Также ездим лейблами Darkest Productions и Mercy Despise. Мрачный Funeral Doom Ambient. Один трек на 45 минут. Аркона Явь. Новый альбом. Российская лицензия в диджубуке. Так выглядит. Так, сам диск. Абсу. С альбомом Абзу. Candlelight Records, изданного в таком белом матовом джипаке. Сам альбом мне не слишком понравился, но очень нравится артворк. Sonic Syndicate, Love and Other Disasters. Nuclear Blast, это джипак, CD плюс DVD. Не большой поклонник данного жанра, но этот альбом очень люблю. Maniac Butcher, альбом Massacre, тоже открытие для меня. Диск из лейбла Negative Existence, да. Офигенный и очень крутой зубодробительный блэк из Чехии. Мне очень понравился, рекомендую всем, кому нравятся подобные вещи. Группа Вихрь с альбомом Ветер Стужа. Такой нордический холодный блэк. Очень тоже красивый буклет с артворком и сама бумага напоминает кожу. Это Noise Split, групп Gamnet 737 и Fukte, надеюсь, что произносит правильно. Одна группа из Таиланда, другая из Италии. Очень жуткий Dark Ambient, как
который мог бы служить хорошим саундтреком для какого-нибудь хоррора. Это также Gamma 77 из группы Genpool Submersion. Это Life at Cacophonus No. 4. CD Blue DVD. Drowning the Light, Lost Kingdoms of a Dark Age, новый EP. Ну, группа в представлении, конечно же, не нуждается. Все как всегда. Круто. Flow, Forgotten and Lost. Очень красивый и мелодичный пост-рок. Вот в таком боксе ездил. Ловах. A Journey to Verdun. Это переиздание от лейбла Human to Dust Records. Digipack. Gmorg. Death Spells Erotica. Это русская блэковая группа, издана лейблом Nitro Atmospheric Records. Это сплит, который называется From the Ocean to the Stars. Это сплит двух групп Lustre и Elder Wind. Также он идет вот в таком подарочном конверте, в котором еще содержится постер. Сам диск издан российским лейблом Posthouse Productions. Montes Insania с альбомом Song from the Height a Grey Whale. Издан Photonoff Records также, Prostier. Так, далее три альбома группы Black Shadow. Это «Сквозь черное пламя» Молоха. Это «Война негасимой бездны пламя». И «Пробуждение черного дракона». Все три изданы российским лейблом Morphic Productions. Враг, CDR, альбома Аваркопорсо. Надеюсь, что прочитал правильно, венгерский язык ужасно трудный. Белкетре. Название альбома даже произносить не буду, понятия не имею, как это произносится, и какой-то язык. Клуб Бурс, Pure Misanthropy of Death. Также издан Darkest Productions и Satanoff Records. Spite Howling, Born to Die for Evil. Также Darkest Productions. Таким куплетом. Вечер, тоже про CDR, в DVD-боксе, альбом Немагияж, скорее всего, произносится, но опять-таки, извиняюсь, если это не так. Новый альбом, Враг, Morning Wood, издан Margin Art Records и Darkest Productions. Обзор на этот диск я также делаю, также есть видеозаписи. И плюс еще два диска. Вот Цепиш, это March to the Black Holocaust и The Black Legends. По дискам все. Есть несколько семерок. Ликантропи и Бэйн сплит. 27-я копия из 500. С таким релеем.
карточка и наклейка. Сама семерка. Далее Молох, Einsamer Platz zu sterben, надеюсь, я тоже произнес правильно, стандартная, черная. И тоже Молох, Split с группой Moonlight, также стандартная, черная. Сатирикон с одноименным альбомом последним. Такой гейтфолд глянцевый. Тиннер слива. Сам альбом представлен на двух черных. Вот такая версия. Очень, кстати, неплохой альбом, мне понравился. Сивый яр, крайне пуганных птиц и навстречу сумеркам. Обзор данного винила делал тоже. Придется с такой вкладкой. Ну, классический черный. Вот новый пришедший винил Сан Донкирке. Очень красивый релиз. Вот такие инерсливы. Сам альбом у меня представлен на двух вот таких голубых винилах. Это второй инерслив. Далее Flash God Apocalypse с альбома Лабиринт. Это лицензия лейбла Night of the Vinyl Dead. По лицензии Nuclear Blast. Вот такой красивый тройной гейтфолд. Также с такой вставкой. Этот альбом представлен также на двух черных винилах. Также версливы, печатанные. Одна из пластинок имеет тиснение формы лабиринта. Очень тоже крутое издание. Альбом сам тоже очень понравился, мне порадовал. Summoning Lost Tales. Также Gatefold, серия переизданий. Всех альбомов Summoning, лейбл Napalm Records. Это Mail Order. На золотом виниле также стеснением логотипа группы. Dark Funeral, альбом Diabolus Interior, один из моих любимых альбомов этой группы. Также серия переизданий от лейбла Century Media, представлен на двух золотых. Blackwood с альбомом The Worst. 38-я копия. Российская блэковая группа. Вот такой глянцевый гейтфолд. Сама пластинка стандартная, черная. Также в это издание входит два постера. Они оба одинаковые, выглядят вот так. Аркона, от сердца к небу,
посчастливилось купить эти винилы за очень-очень скромную цену. Два красивых пикчер винила с такими версливами. Прекрасная, конечно, работа. Радует и ухо, и глаз. Ну, на этом пока все. Также, думаю, через несколько месяцев сделаю очередное видео о своими обновлениями. Поэтому просматривайте, пишите комментарии, кому что было интересно. Спасибо.